На свадьбе. Меня представил муж моей подруги. Церкви. Ну, Саша был в нашей церкви, и однажды я увидела у нас его дома. Саша пригласил Олю в Минск, они погуляли, и после этого стали дружить. Спорно. Если не ошибаюсь, это был праздничный день какой-то. Пятница. Понедельник. Это, по-моему, был понедельник. Нет, вторник. На территории церкви. Солнечная поляна. В Минске. Конференции. Они встретились у нас. Они садятся, забирали. В кукурузе. Первый раз выпал снег. Светило яркое солнце. Тепло было, жарко. Шел большой-большой снег. Солнышко светило. Это было лето. Или весна. По-моему, весна была. Был примерно белая рубашка, светлые обувь. Вот брюки не помню какого цвета. А у меня были черные брюки и гольф серый какой-то. Было надето в куртку и в штаны. И в шорты. В майке одет. Вот белая майка, классический вариант. Вот. Ну и любимые Саши темные штаны, темные джинсы. Ой, Саша, как всегда, нарядно одетый. Саша без полоски. Что ли была одета желтая платье, по-моему? А я черная юбка точно у меня была одета. Вот, платье. Вот такой классический христианский вот вариант. А, Оля в домашней одежде. Платьице было розового цвета. По дороге домой к Оле. Вот, и недалеко от моего дома. Вот этот вопрос решился. Бульбу сажали. Ну, по-моему, они где-то были, где-то гуляли. Возле дерева большое-большое, с большими листьями, шел дождь. Вот, и Саша под этим деревом, став на колени, делал Оле предложение. Да, конечно, куда я делась? Долго не думала и согласилась. Да! Да! Ну, как бы мы с ним решили, что сразу ответ не буду давать. А, как бы помолюсь. В посте побуду, а потом уже дам ответ. Наверное, что-то в квартиру. Наверное, что-то в семью. Дом, естественно, что еще больше? Они уже потратили. Ну, я думаю, что корову. Купит много-много конфет. Купили машину. Кровать. Я думаю, да, для нее не будет большой сложности. Конечно! Думаю, да. Даже не знаю. Придется. А вот не знаю. Не составит больших проблем. Чуть-чуть. Ну, буду. Естественно, он будет немножко оставлять, но подарочек надо же, когда это жене. А, думаю, что нет. Конечно! У нас будет такое мини-путешествие. Поедут куда-нибудь в деревню, снимут домик. А, в Молдавию поедут. Северное побережье Черного моря.